Вот еще одно посадочное место готово для сосенки. Видели, как Серега лихо выдернул дерево с корнем? Одно, а потом второе. И быстренько раздербанил его. Вон одни эти остались пеньки. Но у нас традиция идти и выбирать следующее дерево, которое будет расти. Лерочек, ну что, пойдем с тобой, позовем этих, где они там засидели. Сейчас, если они пойдут с нами, а если нет, пойдем с тобой вдвоем. Мирка, Марсик, бегом. Я думал, вы не пойдете. Думал, пойдем мы с Лерочком. Лерочек. Лерочек мне все время пытается руку лизнуть. Ну как, не пытается, мне все время лижет. А я же пометую о том, что Марсенчик у нас ревнивый. И Лирика глажу. Вот, смотри. Все, 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 уже видели? А Мирка его отбивает. Уже он, вот, смотрите, что творится. Погладил. Марсик. Все, Марсик, теперь Марсика надо погладить. Все, все. Ой, блин, ужас. Ужас, ужас. Этот на жопе начинает ездить. Этот начинает драться сразу же. Видно же сразу, что лоб насупил так вот. И все. Все, пойдем выбирать следующее дерево. Пошли. Вчера или позавчера жарили шашлыки. Вот у нас тут осталось. Что надо теперь вот это вот закрыть крышечкой, чтобы порядок был. Идешь мимо, раз, и сделал. Ну что, ну кто-то скажет, да, вы все одно и то же показываете этими деревьями. Уже запарили. Нет, земляне, не одно и то же. Сейчас я пойду Серегу гляну. Видите, я всегда ходил оттуда, а теперь иду сюда. Видите, все по-другому. Сейчас гляну. Мирка, давай, гляди, где. Серега! Сереж! Быстрей. Вот, видите, у нас как. Все с изменениями, с большими. Тогда был ветер, сейчас нету ветра. Тогда было солнышко, сейчас солнышко за облачками. Ну, разве это один и тот же сюжет? Все, у нас задача пойти выбрать... А, вон они там, я вижу. Выбрать дерево, какое мы будем пересаживать. Утвердить его. Естественно, вы должны его окропить. Только тогда, когда уже будет наложено величайшее одобрение, мы это дерево выкапываем и пересаживаем. Но без французских бульдогов у нас ничего не происходит. Ничего. Они всегда и везде. Так, надо найти ребят. Куда они? А, они вон щебень возят. Серега! Давай! Выберем веточку одну. Пойдем, выходи. Ну, конечно, кто-то скажет, ну, сейчас вы пойдете и надаете своим собачкам корма рыбьего. Да, пойду и надаю. Сереж, ну что, сейчас я это, традицию соблюду. А ты, кстати, этот, пломбу поменял? Нет? Нет. Иди открывай тогда. Потому что я одной рукой боюсь выровнять, и кому-то... Ну, смотришь, по-французски начнут говорить. Да, начнут, начнут. Или вообще перестанут. Там он тебе опять, я сейчас комментарии читал, пишут. Все, открыл, пломбу снял. Да. Так, открывай крышку. О, ух ты, да ты подсыпал. Ну да. Глянь, Мирка, видал? А Мирка облизывается уже. Нати. Все. Отбивает. Представляешь, по руке бьет. Я хотел Лирику дать. Она с разгону бабах мне по руке. И все посыпалось.
Ох и Мирка, задирка. Все, закрывай. Пломбу стал. Вот теперь вот посочувствуй мне, каково мне одной рукой и снимать, и камеру держать. И вот эту пломбу, ну хорошо сейчас, ладно. А вот присал дождик, скользко это. Ну да. Поэтому все, получили? Получили. Они же знают, что сюда идут, сразу же бегут. Вот. Да, выпросили. Ну что, идем, смотрим, утверждаем. Какое? Нам же еще два дерева туда посадить. Сейчас. А, еще ж два дерева надо на работу. В общем, нам еще туда надо 9 деревьев на работу, Сереж. И сюда 2, 11 штук нам надо. А сколько у нас наличий? А ну считай, сколько? Посчитай. Полностью все. Мирка, ты куда пошла? Я вас зачем сюда позвал? А? Вон, один Марсик, видите? Участвует. Один Марсик. Все на нем. Лирик вон. Ходит, ухмыляется. Ну сколько? 15. Сколько? 15. 15. О, отлично. Тогда если что, мы можем 4 штучки здесь оставить. Может быть, там парочку оставим. Чтобы не так картошке было скучно. Ну что, сейчас тогда я выключаю камеру и будем смотреть, выбирать. Потому что при включенной камере у меня мозги работают в другую сторону. Снимать бульдожка. У меня профессионально уже этот рефлекс. Как только я вижу бульдогов, тут же рука тянется за камерой. Я включаю и начинаю снимать. Ну, а сейчас пока выключу. Ну все, определились. Полчаса ходили. Я думал, мои помощники разбегутся. Нет, они никуда не смеют уходить. Лирик вон чуть дальше намылился ко входу. Он знает, что там пироканта ждет. Одним рыбьим кормом не отделаешься. Мирка, хотелось бы, конечно, остаться с Серегой. Че, пусть останется или она? Нет. Да, она прибегает чаще, чем Марс. Да? Конечно. Все-таки прибегает, да? А к чему? Она к тебе или к корму прибегает? Нет, она сама. Она орехи бегает ищет. Ой, орехов полно. Я удивляюсь, откуда здесь орехов столько? Ни одного дерева нет. А вороны летают. Ну так сколько их можно? Они мешками их носят, эти вороны. Слушай, давай продавать орехи, а? И лирик ходит, а... Нет, орехи. Ты давай этот, слышишь еще, какой-нибудь контейнер собирать и будем продавать. И все. Они увидят вороны, что нету орехов, и опять наносят. Ну что, значит, вот это идет на левую сторону, а вон то на правую. И они оба зелененькие такие. Все, Сереж, одобрено. Все, Марсюнчик, Марсюха, Марсюха, как будто бы не тебя касается дела. Ты одобрил? Значит, ты, понимаешь, ему по статусу не положено быть простолюдином таким. Вот он важный. А ты думал, знаешь, как, чтобы Марсик, раз и кинулся, да? Хрен там. Это лирик, может, там хвостом завилять все. Марсик, он... У Марсика уже звездная болезнь. Да, Марсик, он уже все. Марсюнчик, пошли назад, все, выбрали дерево. Про колбасные жопки лирик. Да, про колбасные жопки, вон Наталья Белова еще один комментарий написала, что ты, оказывается, уже владеешь тайной. Колбасные жопки разрешены, но только вместе с тельцем, понял? Слышишь, лирик? Вместе с тельцем. Все, пошли. Ну все, давайте, Сереж. Я пошел. Все. Уходим назад. Ну, вот такой вот ролик. Чем он отличается от других? Да тем, что я иду не по дорожке, а вот, видите, по лужайке. Марсик, правда, подводит меня. Опять по своему периметру пошел. Мир, как она, как зайчик. Туда-сюда, туда-сюда. Все, к воде. Скоро рыбка уже у нас выплывает. Как только вода потеплеет, и сразу же вот здесь они появятся под лестницей. Я стучу, и они выплывают. Но сейчас нету, они сейчас там, на глубине. Листьев сколько. Ну что, пошли? Пирокан-то нас ждет. А кто не идет,
того пирокан-то не ждет. Это лирика касается. Лирика. Не в Африке лирика. Не Серега. Куда? Куда? Куда от традиции уходишь? Мирка! Куда ты? Вон традиция тебя ждет. Знаешь? Давай. Вкусноту такую. Пошли. Пойдем, пойдем. Здесь у нас место, где мы даем пирокам. На. Смотрите, как говорят. Сегодня давали пирокам. Так же в ресторане, да? Подавали. Ну все, земляне. Дерево выбрано. Прогулялись. Я пошел на работу. Денек хороший. Видите, уже назревает. Небо какое голубое, хорошее. На душе-то как хорошо. Ой, а сегодня похоронили жену моего компаньона, бывшего, с которым мы вместе делали импульс, а потом металлик. Ну, что, так получилось. Вот это я пришел только с похорон. Пришли, выбрали сосну. А жизнь продолжается. Теперь вот ждем от Мирки продолжения родов. Мира, человечество тебя ждет. Слышишь? Мирка. Мирка. Мирочка. Ну, глянь на человечество. Ну, что? Будем продолжать жизнь? Мируська. Мируська. Ее очень трудно, знаете как, поймать, ну как бы вам сказать, застывшие мгновение, что ли, не знаю. Ну-ка, иди, Мирочка, иди, стой, вот, человечество хочет тебя спросить, будет потомство, будет продолжение жизни? Земляне, она и есть продолжение во всем. Вот даже в данный момент идет продолжение жизни.